В новогоднем эфире «Одноклассников» и телеканала «Мир» мы решили учесть все пожелания пользователей. Саша Валеева хочет, чтобы Бурито передал ей привет. Надежда Борисова просит профессионального шеф-повара оценить салат по ее рецепту. Елена Лопатина с коллегами хотела увидеть стриптиз от Стаса Костюшкина. Дима из Воронежа попросил елку позвонить его девушке. Олегу Николаевичу интересно, сколько мандаринов поместится в рот Тимуру Родригесу. Настя попросила Валерия Сюткина сделать ей массаж. Лично. А Роман Богачев хотел бы Новый год как в детстве. Если бы Артур Пирожков подписал открытку для Вероники Петелиной, то она была бы счастлива. Смотрите «Настоящий Новый год» в «Одноклассниках» и на телеканале «Мир». Настоящий Новый год на «Одноклассниках» — место, где исполняются все ваши желания. Жень, да. Слон не проходит. В смысле? Почти все ваши желания. Вообще не проходит.